Смотрите, несмотря на обильные дожди, сегодня весь день лил дождь. Опять вот поле, которое при въезде в Клин, где с левой стороны Ленинградка, а справа деревня Борозда, горит поле. И горит очень сильно, несмотря на то, что, еще раз повторяю, сегодня целый день шли дожди. И это уже за последние пару дней, наверное, четвертый пожар. Также, но я не пойду в ту сторону, в начале самой деревни также горит вот поле. Только я не знаю, как это сказать, по разговорам жителей, поскольку я туда не ходила, сама не видела, что оно еще сильнее, чем здесь, с этой стороны. Это как-то непонятно, потому что говорю еще раз, что сегодня был очень сильный дождь, и почему так сильно горит, да еще с двух сторон опять, непонятно.